В заключение нашей программы я хочу коснуться недискуссионной темы. Речь пойдет о чудесной надежде, новой земле, которую Бог подарит спасенным. Почему я сказал, что это недискуссионная тема? Да потому что у нас есть только малое представление, что Бог приготовил любящим Его. Но и это малое заставляет нас восхищаться. Так, давайте же начнем. Золотыми буквами были написаны имена искупленных. Налюбовавшись красотой храма, мы направились дальше, а Иисус, оставив нас, направился к городу. Вскоре мы услышали Его любвеобильный голос, говоривший: «Войди, народ мой! Вы пришли от великой скорби, вы исполнили мою волю, вы страдали за меня. Приходите на вечерю, где я, припоясавшись, сам буду служить вам». И мы воскликнули: «Аллилуйя! Слава!» и вошли в город. Там я увидела стол из чистого серебра. Он был длиной в несколько километров. И все же наши глаза могли видеть то, что происходит на другом конце его. Я видела там плоды дерева жизни, манну, миндаль, инжир, гранатовые яблоки, виноград и множество других фруктов. «А теперь, — сказал Иисус, — ты должна снова вернуться на землю и рассказать все, что я открыл тебе». И после этого ангел Господень доставил меня в этот темный и угрюмый мир. Иногда мне кажется, что я не могу больше оставаться здесь, на этой земле, где все так грустно и так уныло. Я чувствую себя здесь слишком одинокой, ибо я видела иной, лучший мир.